Интересно, спасибо. Здравствуйте. Почему, когда одновременно происходит несколько событий в одно время, ждешь неделю, никто не звонит, а потом в раз и в несколько человек, и все важные? Это все проблема, которая связана вот с чем. Человек обычно, когда думает о чем-то, то он мечтает в одну точку. Ой, мне позвонят, и у меня это получится. Это все происходило в одно время, в одной точке. Если вы мечтали в одной точке, то и позвонят все в один день. Вообще я хочу вам сказать, для того, чтобы мечты ваши сбывались, меньше мечтайте. Я говорю это серьезно. Обычно женщины склонны, да и мужчины склонны делать так. Нужно подумать, нужно помечтать, нужно вот об этом подумать. Да не нужно думать. Решили — делайте. А не делайте — тогда и не думайте. Вспомните первую ступень моей школы. Я об этом очень часто говорю.